уважаемые гости. 13 часов, московское время, говорит и показывает Жуковский. Работают все радиостанции аэродрома, работают все телекамеры и мониторы. Работает огромное количество супер-классных профессионалов и работаем мы. Олег Константинов. И я, Николай Свистун. Здравствуйте и поздравляю вас с началом уникального автоавиашоу «Форсаж». Мы так долго ждали этого грандиозного события, вот наконец собрались сегодня здесь в предвкушении грядущих событий. Нас ждут суперскоростные гонки, признанные фавориты и новые герои, и, конечно же, много незабываемых впечатлений в 4G вау-зоне от МТС. И, конечно, захватывающая скорость интернета 4G. Ламборгини Уракан, итальянский суперкар и его пилот Константин Прибытков. Чисто породный американский маслкар, естественно, с мотором V8 и за рулем его Роман Венедиктов. Заслуженный летчик-испытатель, герой России Александр Крутов и летчик-испытатель Виктор Томбак на уникальной сверхзвуковой машине Су-30. И еще один американский маслкар, подготовленный американским же прославленным ателье Rauch, Ford Mustang, и его пилот Андрей Фиганов. Александр Бабулевич выведет на старт британский Aston Martin Rapid S, четырехдверное купе с мотором V12. Еще один заслуженный летчик-испытатель, герой России Павел Власов и летчик-испытатель Ильдус Керамов на красавце фронтовом истребителе МиГ-29. Настоящий гоночный драгстер, 1200-сильный Mitsubishi Lancer Evolution и его пилот Дмитрий Плешаков, чемпион России по драгрейсингу. И чистопородная итальянская красотка Ferrari 458 Италия, а за рулем профессиональный автогонщик Игорь Абдулов. Альбатрос, он же летающая парта, он же Элька, Л-39 и летчик-инструктор Юрий Лукинчук. И еще один культовый американский маслкар, подготовленный ателье Карла Шелби, Мустанг Шелби GT500, а за рулем Максим Комов. Ну и, конечно же, Роман Овчинников на легком сверхманевренном Як-54. Спортсмен и призер всего на свете. Итак. Разворот на горке, идет пикирование и разгон скорости. Тем временем Ламборгини уже преодолел точку разворота. Мчит к линии финиша. Меньше 10 секунд уходит этого автомобиля на то, чтобы разменять 200 километров.